Спасибо. Вопрос Ольге Викторовне. Вот когда начинается вот этот сезон охоты, складывается такое впечатление, что охотников у нас на несколько порядков больше, чем объектов охоты. И после вот таких кадров, которые мы сейчас посмотрели, хочется просто задать вопрос, зачем люди идут на охоту? Ведь не голод большинство из этих людей гонит, а какие-то просто кровожадные инстинкты. А особенно это касается редких животных. Вот не пора ли нам, уважаемая Ольга Викторовна, все-таки навести с этим более серьезный порядок и ужесточить все-таки законодательство об охоте? Вы знаете, мы сегодня обсуждаем на самом деле только одну историю – запрет контактной притравки. Мы хотим прекратить издевательство над дикими животными, которые фактически сегодня элементарно сделать, предложив бесконтактную притравку. Я с вами абсолютно соглашусь. Давайте вместе подумаем, каким образом дальше усилить эту ответственность и в том плане, про который вы сейчас сказали.